Всем привет, друзья, с вами Пип, и сегодня мы продолжаем с вами разборку кораблей. Итак, что нам сегодня предстоит сделать? А сегодня нам предстоит взять с вами новый корабль. И этот корабль у нас теперь получается Каролина. 50 баксов, но у нас 65 есть, значит, мы можем себе позволить. Ты действительно хочешь купить этот корабль? Конечно, хочу. А что же мне еще остается делать? Другие корабли я пока себе не могу позволить, а прошлые я уже все разобрал. Ну что ж, отправляемся тогда. Быстренько, быстренько бежим, блин. И мчимся, мчимся смотреть, что же у нас там будет. О-хо-хо-хо-хо, о-хо-хо. Слушайте, а не такой уж и маленький корабль. Давайте куда-нибудь тогда вот сюда поставим нашу машину и давайте взглянем. Каролина. Вот такая вот у нас хрень стоит. Достаточно странная. Офигеть, там еще и вышки есть. Так что будем разбирать. Так, ну, включаем фонарик тогда. И, наверное, блин, ну он очень похож на тот корабль, который мы разбирали до этого. Но у нас тут еще и стоят, прикиньте, контейнеры. А нам бы... Опа! А, так, можем подняться наверх. Смотрите, я какой путь нашел. Еще выше поднимаемся. Еще выше. Господи, боже мой. Мы прям так высоко можем подняться. Охренеть. И, наверное, давайте все потихонечку тут собирать. Вот так. Сначала соберем весь мусор. И все. Он закончился так быстро. Где наша машинка? Интересно, докинем мы отсюда? Да, нифига себе. Вот это бросочек, ребята. И газеты почему-то мы оставили тут. Что я думаю сделать? Наверное, надо подниматься на самую верхушку и спиливать тут все. Погнали потихонечку. Быстренько сейчас вот эту мачту мы с вами разберем. Есть. Дальше. Так, а как мне... Вот эти вот куски спилить. О, тут, блин, надо еще нацелиться. Правильно. Видите? Вот. Блин, тут просто так не справишься с этими фиговинами. Ну, ладно. Что нам, привыкать, что ли? Разберемся и с этим. Думаю, не проблема будет все это уничтожить. Хотя, мы можем просто вниз спуститься, там большие опоры. Расхреначить, и вся эта мачта рухнет. Зачем мы мучаемся, непонятно. Смотрите, вот тут мы можем фигню подпилить. Давайте вот так и поступим. Все это у нас рухнет. Все это у нас рухнет вместе с лестницей. И будет достаточно, наверное, удобно это все разрушать. Вот, отлично. И просто сейчас один раз молотком мы шарахнем. И это все, наверное, полетит. Ну, пробуем. Че, нет? А, вот тут еще у нас. Оказывается, под этой фигней тоже есть. Что спилить? Ой, все. И у нас все осыпалось. Быстренько давайте собираем. И я даже не знаю, может быть, нам сначала стоит все-таки собрать всю хрень на контракты. Что-то мы... Давайте посмотрим, что нам нужно. Сталь, стол, стул. Другие. Древесина, железо, медь, духовой шкаф, картонная коробка. О, и мисс Сакон у нас что-то очень вообще до хрена хочет. Так, ну ладно. Давайте тогда собирать самое интересное. Что тут можно собрать? Столы всякие, мусор, бумагу. Всю фигню, которую можно только тут собрать. Ну и плюс то, что у нас упало. Так, закидываем. Отлично. Так, фонарь мы пока трогать не будем. Тут ничего нет. А нам надо вот и вот сюда пройти. Опа, есть. Я сюда. Ой, столы и стулья. Отличные часы даже заберем. Все. Все, что тут есть, все собрали. Чудесненько. Так, и что мы? А ну-ка, открывай дверь. Да, у нас тут только мусор. Мусор, мусор, мусор. Ну да ладно. В принципе, и с мусором можно заработать. Нам главное сейчас докинуть этот ящик. Чудесно. Так, потихонечку у нас что-то собирается. Поэтому давайте посмотрим, что у нас еще тут есть. Спустимся вниз, вот так вот по лестнице. Тут у нас ящичек стоит. Ящик обязательно собираем. Мусор собираем. И даже я не знаю, с какой стороны-то нам начать.
Потому что собирать тут много всего можно. Бумагу, газеты, всякую хрень. Так, а ну-ка, дверька, вышибайся. Ох ты, ох ты, ох ты, а у нас тут груз. Ребята, у нас еще кислородные баллоны тут лежат, всякие коробки, всякая хрень. И нам тут надо будет потолок рушить, чтобы вот этот вот груз отсюда как-то вытащить. Вот ящики, отлично, еще часы. Так, закидываем это все в наш грузовик. Смотрим, что у нас тут, понятно. Бестолковый мусор. Так, и у нас тут кухня есть. Давайте-ка на кухню зайдем. Так, сразу какой-то комбинезон. Кухню всю собираем. Смотрите, дохренища столов, стульев разных старых. Все, вроде бы тут нормально. Сразу тогда выкинем это все. Так, отлично. И для Джунаша, вот так его зовут, мы сможем сейчас, походу, уже скоро выполнить контракт. Потому что мы большую часть собрали. Так, а вот тут вот используйте взрывчатку. Да, у меня ее как бы нету. Так, ну давайте тогда скинем все. И нам, что, надо еще ниже, наверное, опуститься. На самое дно, да? Опа! Нет, не самое дно. Так, я сюда перебрался и прыжок. Так, тут все собираем. Что у нас тут? А у нас тут тоже дохренища всякого мусора. Пока давайте его соберем. Вот так у нас тут тоже кучу ништяков лежит. Надо вот эти моторы будет отсюда потом краном вытаскивать. И может быть мы контейнер отсюда вытащим. В принципе, неплохая идея, но, как я уже сказал, нам надо еще вот тут подсобрать достаточно много всего. Так, еще и на другой стороне у нас есть чем поживиться, поэтому... Эть! Получилось? Да, отлично. Я уж подумал, не докину. Все, тогда давайте перебираемся вот на эту сторону. Бочки все соберем. Так, газеты пропустили. А с этой стороны у нас что-нибудь есть? Ни хрена у нас нету, только газеты. Замечательно. О, еще и бочки, как мы их могли пропустить. Так, и куда мы можем тут пройти? Там электричество у нас. Что-то я немножечко подзаблудился. С этой стороны у нас что есть? С этой стороны у нас есть дверь. А ну-ка, дверка открывайся. И что у нас? Тут запас баллонов, мусор, шланги. Так, это что у нас? Швабра. О-о-о, тут ящики, как это, химия лежит бытовая. Чего, слишком много несу? И что? У меня руки-то, блин, большие. Так, опа. Отлично. Метнули и еще раз бежим все собирать тут. Оп-оп, все. В принципе, мы тут все собрали. Можно спускаться на ярус ниже и уже... Вот тут собирать все. По сути, мы сейчас с вами соберем всю мелочевку, которую можно тут, и уже можно будет рушить стены и прочую хрень. Так, что это у нас так? Раковина, туалет обязательно. Это надо. Так, выкинуть сразу. Отлично. Смотрим. Смотрим дальше внимательно. Дальше внимательно осматриваем, что мы тут можем найти. Все, что плохо лежит. Ух ты, вот эту штуку можно ломать, интересно. Наверное, нельзя. Но мы ее сломаем. Почему бы и нет? Почему бы нам абсолютно все тут не собрать? Так, у меня что-то заканчивается, походу, место в руках. Блин, я так и знал. Я так и знал, что чуть-чуть мне не хватит. Так, и где мы? Подождите. Вот тут надо... О, какой-то у нас халатик или полотенце висело, хреново знает, что это такое. Ну, смотрите, тут, кстати, блин, целый склад тоже оказался. Прям нормально мы сейчас так поднабрали 60 килограмм. Опачки. Дальше идем. Так, обходим. Мы вот тут где-то не собрали, да, вот наши ящички, которые мы не дособрали. Тут мы все собрали, у нас остается вот тут баллоны какие-то. Так, мусор здесь. Вышибаем тут быстренько дверь. И что? О, стиральная машинка. Отлично. Шикарно. Все, и получается мы все ништяки
на корабле собрали, насколько я понимаю. И, наверное, надо будет сейчас контейнер вывозить. Так, бросаем. Шикарненько. Так, погнали тогда к контейнеру. А, насколько я понимаю, нам нужно сначала... Ух ты, ух ты, ух ты, я кружок спасательный. И бочку еще не взял, и газеты тут не взял. Вот так вот. Вот так можно было все тут потерять, оставить. Давайте спиливать. Так, не надо. Да нет, не то. Все, погнали, сейчас быстренько все спилим. Нам не легированной стали. Мы, смотрите, уже сколько ее собрали. В принципе, мы даже можем сегодня с вами один контракт завершить. Если получится по-быстренькому это сделать, будет вообще очень шикарно. Все, сейчас мы этот контейнер быстренько отправим на свалку. Там его расхреначат. Да что такое? И нам дадут разного железа в нашу копилочку. А мы на него что-нибудь уже, наверное, будем копить. Так, все. Ну, пробуем. Да, все. Контейнер у нас может отправляться. И так, куда мы пойдем? Мне кажется, что надо идти наверх. Нам главное не разрушить место. Не разрушить место, где у нас моторы стоят. А где у нас моторы стоят? Эй, да, я попал? Блин, я так метнул хреново. Попал, отлично. Так, где у нас моторы? А, два мотора стояло, но я вот не помню где. Давайте посмотрим внимательно. Но тут ни хрена нет, вот это все. Ох ты, я еще тут заначечку нашел. Еще заначка, замечательно. И вот так ее. Все, давайте вот это все расхреначивать тогда. Быстренько сейчас тут раздолбим всю верхушку. Есть. Так, вот тут еще фонарик нам надо нахрен снять. О, ресурсы, смотрите, достаточно алюминия даже нам дало. Да давай ты, ломайся. Все, фонарь забрали. Вот по этой фигне тоже надо долбануть. И отлично. Ой-ой-ой, трубы на галлон начали падать. Так, скидываем 70 килограмм. Все-таки ого-го. Так, и знаете, что я думаю? А не сбегать ли мне? Ох ты, нифига себе, вот это был прыжок камикадзе просто. А, мне надо руки прокачать. Кто-то мне из вас в комментариях написал, что можно... Так, продавать, подождите, я не буду. Мне нужна схема, по-моему. Мне нужно прокачать руки, вот, перчатки, чтобы я мог нормально собирать. Купить, серьезно, 4 бакса. Так, две схемы. Давайте сгоняем, посмотрим, вообще у нас хватит. Так, перчатки, ну-ка. Блин, 30 килограмм жидкости мне надо, гребаный. Где мне эту жидкость найти? Угу, переработка металлов с кораблей. Нифига сейчас не получится, надо жидкость искать. Мы, конечно, можем на переработку все отправить. Там по-любому будет жидкости у нас. Ну, ладно, мы немножечко с этим подождем до следующего раза. А на... Вот он, движок. Причем их тут два, с ними надо поаккуратнее. Чтобы мы их не сломали. Блин, не сломали. Ух ты, еще нашел ништяк. Так. Чтобы мы не сломали сверху потолок, чтобы это все не рухнуло, потому что будет печальненько. Так, нам еще выше надо, вот сюда. Господи, о, лабиринты понастроили. Кто это придумал? Кто это так строит? Вот, еще выше. Опа. А мы тут были? Да, ребят. Мы тут особо не были. Так, а мы можем вот эту фигню расхреначить. Ее, наверное, тоже надо будет краном убирать. Скорее всего. Сейчас посмотрим. Так, с двух сторон надо вот эти огромные хреновины отпилить, чтобы нам от этой штуки с корабля избавиться побыстрее, потому что она нам тут не нужна. Нам нужно металла. Смотрите, нам чуть-чуть осталось нелегированной стали набрать. Так, долбануть я не могу. Мне показывают, что нужно краном. Есть, реально. Эта фигня краном убирается. Так, подо мной, насколько я помню, ни хрена нету. И мы можем спокойненько начинать вот так вот
долбить пол. Вот эта штука упадет нахрен, так что не страшно. Вот так, все. Мы сейчас от всех точек избавляемся, чтобы у нас прям очень дофига сразу с вами тут обрушилось за раз. Так, оба, оба. Да что ты, попадай давай. Раз, два, раз, два. Ни хрена у нас на счет не получается что-то. Так, ну, ну попади ты, блин. Не говори, что мне надо будет эту хрень. О, я не хочу ее спиливать. Я хочу, чтобы она просто упала и все. Опа, 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 оп. Оп, осталось чуть-чуть. Так, смотрите, еще мне дали. Так, мне 70 килограмм всего лишь не хватает. Не легированной стали. Так, давайте себе. Воу-воу-воу-воу. Смотрите, все начало падать прям очень сильно. И мы прям радостно начинаем весь металл собирать. Так, выкидываем. А под нами такое ощущение, что просто контейнеры сваренные. Реально, посмотрите. Это не похоже на какую-то цельную конструкцию. Это прям реально как какой-то набор контейнеров, которые сварили с другой частью корабля. Так, опачки. Блин, броски у нас, конечно, эпичные. Настолько далеко ящики кидать, по-моему, вообще физически невозможно. Так, и мы, ребят, первый контракт выполнили. Это просто шикарно. Давайте тогда... Так, вот, видите, вот не могу я по этим точкам бить. Так, у нас светло становится, и вот это светло нам достаточно сильно начинает мешать. Потому что становится не очень хорошо видно эти точки. А я хочу вот так сделать. Чтобы тут тоже у нас все рухнуло. Да что ты будешь делать? Мешает нам вот эта фигня. Оп, да ладно. Во. Так. Даже, блин, по некоторым точкам вообще наш чувак не попадает. Что-то у него, походу, косоглазие. Проблемы со зрением, видать. Но это из-за того, что может быть ночь. И он очень хреново у нас видит. Так, где у нас еще точки тут спрятались? Опа. Сейчас мы, короче, все обрушим вниз. Замечательно. В принципе, если даже у нас на движок все упадет, движок не сломается. Он сломается, по-моему, только тогда. Так, и? А что, не все рухнуло? А, я на перекладине стою. Офигеть, мне повезло. Вот это прям реально везение. Движок сломается только тогда, если мы из-под него начнем все. Опа, вот тут точечка у нас осталась. Так, аккуратненько по каркасу ходим, собираем все, собираем. Так, и, наверное, надо швырнуть все. И чё? Ну, давайте спрыгивать, тогда вот тут все собирать. Очень, очень много у нас тут всего нападало. И от этого всего нам надо избавляться. Так, вот тут только неудобно нам ходить. Закинул я, не докинул. Есть. Да, кинул. Замечательно. И вот я до сих пор, знаете что, ребят, не понял. Вот если, смотрите, я сейчас отправлю машину на переработку. То есть все, что у нас копилось на контракты, оно пропадет или нет? Вот мне вот этого никто так и не смог объяснить. Потому что я вот хочу немножечко денег... подзаработать сейчас, чтобы, например, себе что-то прокачать. Но я боюсь, что сейчас я отвезу машину на переработку, хренак, и у меня все чпок. Ух ты, ух ты. А я тут, подождите-ка. Одну минуточку. Ну, тут-то я не был, посмотрите. О-ля-ля. Блин, ты слишком много несешь. И вот вовремя. Вовремя. Блин, я тупанул-то как. Так, подождите-ка. Сейчас мы решим эту проблему. Так, выкидываем. Так, и как я тут проходил? Я как-то вот так проходил. Где я проходил-то? Во. Так, забираем ящик, забираем мусор. Вот это все собираем. Так, не Е. Отключили питание. Так, теперь вот тут собираем масло. И давайте вот эту фигню спилим. Нам надо сейчас как раз все от электричества.
отключить. Блин, у меня такое ощущение, что мы, ребята, с вами и второй контракт можем выполнить, успеть. Но я думаю, на сегодня, по сути-то, достаточно, если так вот посмотреть. Так, о, а мы можем? А, нет, нифига мы не можем, потому что нам тут мешать будет крыша. Мешать будет крыша. Так, ну чё мы? Чё мы, куда мы, где мы и что мы? Мы возвращаемся вот сюда и, наверное, я не знаю, с какой стороны это нам лучше долбить. Можем, в принципе, вот этот коридор пока расхреначить. Давайте все тут соберем. И погнали. Бах. Бах. Сейчас мы быстренько, может быть, вот эту сначала стену. Блин, пол опасно долбить, конечно. Так. Так, вот тут мы не долбанули. Вот тут еще не долбанули. Вот тут. Пусть все падает. Чем больше упадет, тем больше мы соберем. Так, нам древесины, железо нужно. А, так, опять у меня не хватает рук. Древесина — это все чудесно. Но, блин, она в малых количествах попадается, как бы тут. Так, какие-то палки собираем еще. Хрен узнает, откуда эти палки взялись. Так, а тут почему у нас не упало? Ну, тут потому что мы не долбанули. Бах. Так, и что мы теперь можем? Вот тут долбануть, чтобы не пилить это все. Тогда, блин, мне надо вот сюда попасть как-то. Ни хрена я туда не попаду. Так, ладно, мы сейчас сначала вот эту сторону завалим. Итак, не падать. Нам что? Главное, чтобы это все не упало с другой стороны. Да, о. Ой-ой-ой, улетело вниз. Ну, ничего не поделаешь. Улетело так улетело. Блин, вот этот каркас нам придется пилить. К сожалению, придется пилить. Давайте вот тут шарахнем, вот тут шарахнем. Вот эту всю комнату мы можем тоже освободить. Давайте бах. Все, смотрите. Листы. Я не знаю, из чего листы сделаны. Из гипсокартона. Древесина, посмотрим, добавляется. А, хрен бы там. Хрен бы там. Это явно не древесина. Так, ну, погнали тогда. Да что ты будешь делать? Долбим низушку. Нам нужно как-то сейчас будет проникнуть вниз. А чё? А чё? Где чё мешает? А, вот тут кусочек. Да вот как по тебе попасть-то, зараза? Как тебе попасть-то? Мне тут прыгать-то неудобно. О, нет. А, я же могу вот тут обойти. Я же могу, блин, тут точно обойти. И вот тут еще точки. А чё? А уже не надо. А уже не надо, ребята. И посмотрите, сколько тут всего лежит, кстати. Тут столько всего понападало. А я это ни хрена не собрал. Так, падаем. Дальше что у нас? Где тут прячется? Оп, оп. Отлично, тут еще листы собираем. Блин, тут поживиться-то можно. Достаточно не кисло. Железо. Блин, железо дохренище. Нам нужно еще. Так, это что у нас такое? Блин, так. Блин, я не хочу это все пилить реально. Ну это геморройно. Очень сильно геморройно. Но, блин, надо стены разбирать. Надо стены разбирать. Давайте хотя бы каркас весь снимать будем. А потом пусть это нахрен все заваливается. Правильно я же говорю? По сути, я думаю, решение интересное будет. Сейчас мы просто всю обшивку расхреначиваем, чтобы у нас остался только каркас. Чтоб все к чертям собачьим обвалилось. И дальше мы уже снизу будем пытаться ломать. Так, где наш молоток? Нет, молоток, я сказал. Так, стены, пол и прочее. Так, тут все упало. Во-во-во-во-во. Там все посыпалось. Блин, смотрите, реально остается один каркас, от которого нам нужно тоже избавиться. Бах. Так, собираем, собираем. Отличненько. Так, вот тут нам еще надо долбануть. Где-то у нас еще тут спрятаны. Или не спрятаны. Так, нет. И вот тут нам есть.
Так, ага. И смотрите, вот тут еще спрятаны точки. И так, тут тоже лист можем забрать. И вот этот у нас держится на одном пятаке, что ли? Серьезно? Ага. И давайте швырнем ящик. Ай, блин, банзай! Охренеть. Вот я потом этот ящик просто забуду, поэтому лучше его сразу забирать. Кстати, смотрите, какая фигня тут лежит, которую мы скинули. Надо ее тоже. Так, ну отлично. Что я могу сказать? На сегодня, я думаю, достаточно. Мы хорошо поработали и уже первый контракт выполнили. Думаю, в следующем видео мы уже будем контракт Аша выполнять до конца. Нам древесину и железо, в принципе, нужно будет собрать. Я думаю, это несложно будет. На этом сегодня все, ребят. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Пишите свои комментарии. С вами был Пип. До скорых встреч. Увидимся. Пока.